Тимоша? Может, на солнышке поедем? Ну, на солнышке хорошо. Тимоша? 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 Не вижу, куда он опять кушать пошел, что ли? Иди, иди скорее сюда, енот. Иди, потерялся. Пошли скорей. Ой. Попы высуши. Давай полотенце. А где Тимош? Вон там. Ну. Оу. Тимоша, иди, иди, иди к друзьям, иди. Греемся. Тимоша, доброе утро. Тимошка от друзей не отходит. Маня, ты куда? Маня, ты куда? Ты сейчас похожа на облезлого крысенка. Садись. Это они вышли из клетки или они тут гуляют? Нет, нет, их воспитывают люди. Сейчас они покупали и сохнут. Да, Мань? Бася пришел. Тимоша. Мань. Они греются на солнышке. Разве не видно? А когда это видно? Они боятся, да? Или... Людей они боятся. Вас боятся, да. Чужих людей боятся. Не бойтесь. Степа. Хорошо. Что? Что, нет? Нет? Степа, иди ко мне. Степа, давайте сохнут. Да, люди. Да, скидки в парке, людей много. Что делать? Степ. Тимоша, Бася. Давайте вы на папе будете кататься. Мне вас так... Давайте, сохните. У папы больше места для сушки. Степа, давай. Что вы так? В вольере еще просто нет солнышка. Ура, ура. У Мани вон хвостик как стал зарастать. Ватой работает сушкой. Сушилкой для гамадрил, да? Не-не, не уходи, солнышко, потому что там еще в вольере тень. Вадя, что ты стал енота терять? Тимоша! Тимоша! Иди сюда! Иди сюда, папа там тебя теряет! Иди! Иди, мой маленький! Так, в принципе, ты сидишь и не видно. Тимоша, иди, иди! Такой. Поиграться хочется. Ага. А уйти боятся. А уйти боятся, понимаешь? А Бася уже пошел домой. Уже пошел в вольер. Иди ко мне, иди. Иди. Оп. Тимоша, тебя тоже покупать, кстати, надо. Завозюкался. Пособие по тому, как сушить гамадрил. Да, тепло, хорошо.
Все, отклеился. Попа высохла. Все, закрыть внимание. Сейчас бы Лиса пришла. Угу. Сразу. Тимоша, иди, иди. Иди к Степке. Степа, домой не идем. Нет, не идем домой, Степа. Он не пойдет. Давай. Чапи, Чапи, Чапи. Ты знаешь, Маник, на что я обратила внимание? Что вот сколько мы гамадрил, да, самцов. Ну вот сколько их пайки много. Как-то все вот, ну, такая деталь. Но мне кажется, что вот Степка будет похож на Джоника. Такой прям самец-самец. У всех остальных гамадрил как-то все скромно. Понимаешь? Да, удивительно. Вот. Ну, большие даже, там, средние самцы. Все скромно. У Степки с рождения прямо, вот ты понимаешь? Видно, что это вожак. Такой раз, енота за опу. Остальным еще присмотреться надо, понимаешь? Кто мальчик, кто девочка. Как-то так все скукоживается. Тут ничего не скукоживается. Тут все сразу понятно. Уже и с енотами, с кем хочешь, с котами. Нет, вообще удивительно, что вот такая у них у всех дружба. Для нас-то не удивительно, для нас привычно. А люди, конечно, удивляются. Ну что, все, идут дети, поэтому надо идти в вольер. Пошли. Видишь, они хоть сами стали ходить. Ну так они там сейчас будут. Просто я боюсь, сейчас придут детки. Понимаешь, и они с криками побегут. Все, пошли. Маня. Давай, давай. Не-не-не, не домой. Маня. Тимоша. Пошли, 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 пошли. Давайте. Тимоша, показывай дорогу, показывай. Давай. Подожди, стоп, стоп, стоп. Глазками просто смотрим. Давай, 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 Мань. Домой. Не домой. Маня, Маня, давай, давай. Бася, заходим. Маня. Давай, 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 давай. Давай. Маня. Давай, давай, давай. Давай. Домой. Бася, заходи. Маня. Степа. Степа. Маня, заходи. Мань. Давай. Степка без Баси не пойдет. Бася лег. Бася. Давайте. Все в вольере, Бася. Все в вольере. Мань, заходим, заходим, заходим. Так, а где Мишка? Мишка, выходи. А где Варя? А Варя где? Варя? А ну приоткрой крышку. Мишка. Варя. Вон она, Варя. А, вон Варя. Спрятал. А Люся в вольере с носухами. На главной аллее и так большой вольер. Тут только копышня. Мишка. Мишка. Это мой любимый Мишка. Опа. Ну такой, джух, ничего себе прыжок века. Все, он сейчас убежит. Ой, ой, ой. Дайте, Варя. 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 Да, 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 да. Варя. А енота как зовут? Енота и Тимоша зовут. Тимоша. Варя. 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 Варя, 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 Варя. Варя, Варя, Варя. Так, ну что? Что? Хороший Ванечка. Оба, оба. Тимоша, кот тоже с ним играл? Да, да. С детства. С детства. Мишка. Мишка. Ты уже освоилась? Мишка!
Пошел. Никак не привык, потому что это не мышка, уже а мишка. Все. Сидите. Отличается что? Кот ничем не отличается, его подкинули просто в парк. И он живет с этими малышами с детства. Енот Тимошка. Да. Поэтому они привыкли все вместе, поэтому он тут. А птица тоже привыкла? Варя, да, привыкла. Вот у нее лапки, да, она уже не будет. Мыша, Миша. Чего ты исполнил? Люди, да? Люди сегодня? Вчера людей не было? Да, не бойся. Привыкай к людям. Вот вчера, да, было тихо? И Мишка хорошо себя вел. Спокойно. А сегодня пытается сбежать наверх. Енот не дает пить коту. Ну, я думаю, что их сегодня придется Вадик купать их, потому что ночью был дождь вечером. Я думаю, что они... Мы еще их, мы каждый день купаем. Нет, я имею в виду полностью. А не по верхней руке. Эй. Мишка. Не, вчера он был как-то более... Сегодня бежать уже, да. Это уже его болье. Бежать. Жик. Все, пусть бежит. Пошли.